с этой стороны. Снимаю. Отлично. Вот, собственно, открутили мы все винты. Стараемся не ходить по пластику. Он нам дорог. Да. Да. Ты что, мне под ноги его положили? Да. Я подкладываю, пока ты отвернулась, тут я сзади. Хоп, и пластик подкладывать. Так, ну с этой стороны нам ничего не мешает. С этой стороны нам вроде бы тоже ничего не мешает. Ну что, тянем, потянем? Есть. Вот, собственно, вся эта штучка с дросселями оказалась у нас в руках. Немножко пыли посыпалось туда, куда не нужно. Вот, сейчас мы засунем тряпочки. Золотая. Теперь снимаем тросик. Все, отцепилось. Регулировочка оборотов. Берем их и откручиваем. Как ты думаешь, что это такое? А, это подогрев. Я понял, что это такое. Брось. Так, а почему он сюда прет? Так, следующий. Сейчас сюда польется. Нет, сюда не должно. Вот, когда патрубки снимаем, их нужно покручивать. Не тянуть, показывая, что у тебя много здоровья, а покручивающими движениями туда его, сюда его. Вот, и он говорит, ну ладно, ладно, пойду, сдаюсь. Ну что там, есть что? Так, вроде не идет, да? Что у нас тут еще осталось? Осталось только тросик отсоединить. Собственно, тросик у нас вот он. Нужно немножко сместить бабушечку в сторону. Легким движением джинсы превращаются в замечательные шорты. Да? Да.